Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we're reading from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 3rd chapter, the 31st verse. 10-я песнь, 3-я глава, 31-й стих. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, yes. Вишвам. Вишвам. Яд. Яд. Этат. Сватанал Нишанте Нишанте Ята Авакша Авакашам Ята Авакашам Пуруша Пара Баван Бибарти Саха Айам Мама Гарбага, Абут, Ахо, Нирлокаша, Видамбана, Хи, Тат, Вишвам Яри Тат, Сватану Нишанте, Итавакашам Пуруша Паро Баван Бибарти Соям Мама Гарбаго Буд Ахо Нилокаша Видамбанам Хитат Вишвам Ядитат Сватано Нишанте Итавакашам Пуруша Паро Баван Вибхарти Соям Мама Гарбага Обьяуд Ахо Нирлокаша Видамбанам Хитат Вишвам, весь проявленный космос, Яд Этат, этот, который содержит все движущие и неподвижные творения. Сватанау в своем теле. Ниша Анте во время разрушения Вселенной. Ята Вакашам как в прибежище, которым без труда становится твое тело. Уруша – верховная личность Бога. Пара – трансцендентная. Бхаван – ты, о Господь. Бибарти – держишь. Са – тот, верховная личность Бога. Аям – этот образ. Мама – в мое. Гарбага – вошедший в чрево.
Абуд, стал. Аго, увы, нрилокасья, материального мира, где живут обыкновенные существа. Видамбанам, немыслимо. Хи, поистине, тат, это. Переводы, комментарии Шрилы Прабхупады. Когда наступает конец света, весь материальный космос, в том числе все движущиеся и неподвижные сотворенные существа, входит в твое трансцендентное тело и покоится там без каких-либо трудностей. Но теперь то же самое трансцендентное тело родилось из моего чрева. Люди не смогут в это поверить и будут надо мной смеяться. Комментарий. Как объясняется в читании Чаритамрити, есть два типа любовного служения личности Бога. Айшварья Пурна, то есть с полным пониманием величия Господа, и Айшварья Шеттила, в котором отсутствует сознание величия Кришны. Настоящая любовь к Богу начинается с Айшварья Шеттилы, когда преданным движет только чистая любовь. Приманджана Чурита Бхакти Вило Чанена Сантах Садаева Хридаешу Вило Каянти Ямшьяма Сундара Манчинтья Гуна Сварупам Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Брахма Самхита 5.38. Чистые преданные, глаза которых умощены бальзамом премы, любви, хотят видеть верховную личность Бога в образе Шьямасундары, Муралидхары, с флейтой, покачивающейся в его двух руках. Именно этот образ предстает взору обитателей Вриндавана, где все любят верховную личность Бога как Шьямасундару, а не как Господа Вишну, Нараяну, которому поклоняются на Вайкунхе, где все преданные восхищаются его величием. Хотя Деваки не находится на уровне Вриндавана, она близка к нему. Во Вриндаване матерью Кришны является Яшода Мата, а на уровне Мадхуры и Двараки эту роль играет Деваки. В Мадхуре и Двараке любовь к Господу смешана с восхищением перед его величием, но во Вриндаване величие верховной личности Бога не проявляется. Существует 5 ступеней любовного служения верховной личности Бога: Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадхурия. Деваки пребывает в состоянии Ватсалии. Она хотела общаться с Кришной, любя его как своего вечного сына. И чтобы проявить эту любовь, попросила верховную личность Бога убрать свой величественный образ Вишну. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур очень убедительно объясняет это в своем комментарии к данному стиху. Бхакти, Бхагаван и Бхакта не принадлежат к материальному миру. Подтверждением тому служат слова Бхагавадгиты 14.26. «Мам чайовья бичарина, бхакти югена севате, сагунан саматитьяйтан, брахма буяя калпате». Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от данного пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. С самого начала своего преданного служения человек находится на трансцендентном уровне. И поскольку Васудева и Деваки находятся в абсолютно чистом состоянии преданности Господа, они запредельны материальному миру и не подвержены материальному страху. Однако в трансцендентном мире есть чувство, похожее на материальный страх, которое порождено сильной любовью чистого преданного Господу. В Бхагавадгите сказано, что без бхакти невозможно постичь духовную природу Господа. «Бхактяя мам абиджананти яван яшча смитатвата». И то же самое утверждается в Шримад-Бхагаватам. «Бхактяхам экая грахья». Есть 3 уровня, на которых можно заниматься преданным служением. Гуни-бута, Прадани-бута и Кевала. И в соответствии с этими уровнями выделяют 3 типа бхакти, которые называются соответственно гьяна, гьянамайи и рати, или према. То есть просто сознание, любовь, смешанная со знанием и чистая любовь. Тот, кто просто обладает знанием, способен испытывать трансцендентное блаженство, но без разнообразия. Такое восприятие называется манабхути. Поднявшись на уровень гьянамайи, человек постигает трансцендентное величие Бога. Но тому, кто обрел чистую любовь к Богу, открывается трансцендентный образ Господа Кришны или Господа Рамы. Именно это должно стать целью наших устремлений, особенно у тех, кто находится в Мадхурья-расе. Возникает привязанность к личности Бога Шри Виграха Ништарупади.
Тогда начинаются любовные отношения Господа и Его преданного. То, что во Враджабхуми, в Риндаване, Кришна держит в руках флейту, имеет особое значение, которое также раскрывается в комментарии Шрилы Вишванаха Чакраварти Такура. Образ Господа, держащего в руках флейту, в высшей степени привлекателен, и самое возвышенное влечение к нему испытывает Шримати Радхарани, Радика. Она наслаждается общением с Кришной, которое исполнено высочайшего блаженства. Некоторые недоумевают, почему имя Радики не упоминается в Шримад-Бхагаватам. Однако на самом деле на Радику указывает слово «Арадана», которое означает, что она наслаждается самыми возвышенными любовными отношениями с Кришной. Деваки не хотела, чтобы люди, узнав, что она родила Вишну, смеялись над ней. Поэтому она попросила Господа принять облик Кришны, у которого две руки. While thus praying to the Lord for rescue, Mother Devaki nonetheless expressed her motherly affection. Хотя она и обращалась к Господу о защите, тем не менее вначале она также выразила свою материнскую привязанность. She said, "My Lord, I offer my respectful obeisances unto you, because you are the director of the unmanifested total energy." Она сказала: «О мой Господь, я выражаю свои поклоны Тебе. Ты являешься управляющим непроявленной энергией». И вся материальная энергия также исходит из Тебя. My Lord, the whole cosmic manifestation is under the influence of time. Мой Господь, все материальное творение, оно находится под влиянием времени. Beginning from the moment up to the duration of the year. Которая начинается с момента начатия года. All act under your direction. И все это происходит под твоим контролем. You're the original director of everything. Ты изначальный управляющий всего. And the reservoir of all potent energies. И все энергии исходят из тебя. I understand that this transcendental form. Я понимаю то, что эта трансцендентная форма is generally perceived in meditation by the great sages. Обычно проявляется во время медитации великих мудрецов. But I'm still afraid. Я по-прежнему боюсь. Because as soon as Kamsa understands you have appeared. То, что как только Камса поймет то, что ты явился, he might harm you. Он может навредить тебе. So I request for the time being you become invisible to our material eyes. Поэтому я прошу, чтобы на время ты стал невидимым для наших материальных глаз. In other words, she requested the Lord to become. In other words, she requested the Lord to assume the form of an ordinary child. Другими словами говоря, она попросила, чтобы Господь принял форму обычного ребенка. My only cause of fear for my brother Kamsa is due to your appearance. Причина моего страха — это то, что ты явился, и здесь находится мой брат Камса. My Lord Madhusudana, I wish that Kamsa may not learn that you are already born. О мой Господь, о Мадхусудана, я надеюсь, то, что Камса не узнает о том, что ты родился. Therefore, I request you to conceal this four-arm form. Поэтому я прошу, чтобы ты скрыл эту четырехрукую форму, of your lordship, форму твоего господства, which holds the four symbols of Vishnu, которая содержит четыре символа Вишну, namely the conch shell, the disc, the club, and the lotus flower. А именно раковину, диск, булаву и цветок лотоса. My dear Lord, at the end of the annihilation of the cosmic manifestation, мой дорогой Господь, в конце творения, когда космическое творение разрушается, you put the whole universe within your abdomen. Всю Вселенную ты помещаешь в свое чрево. Still, by your unalloyed mercy, you have appeared in my womb. Но тем не менее, по твоей беспричинной милости, ты проявился в моем чреве. I am surprised that you imitate the activities of ordinary human beings. И я удивлена тем, то, что ты подражаешь деятельности обычных живых существ. Just to please your devotee. Просто ради того, чтобы удовлетворить своих преданных. On hearing the prayers of Devaki, the Lord replied, "My dear mother." Услышав молитвы Деваки, Господь ответил: «Моя дорогая мать». In the millennium of Swayambhuva Manu, в миллениум Свайамбхува Маны, my father Vasudeva was living as one of the Prajapatis.
Мой отец Васудев, он жил как один из Праджапати. His name at that time was Sutapa. В то время его имя было Сутапа. And you were his wife named Prishni. А ты была его супругой по имени Пришни. At that time, when Lord Brahma was desiring to increase the population, и в то время, когда Господь Брама хотел увеличить население, he requested you to generate offspring. Он попросил вас это сделать. You controlled your senses and performed severe austerities. Вы контролировали свои чувства и совершали очень суровые аскезы. By practicing the breathing exercises of the yoga system. Практиковав дыхательные упражнения системы йоги. Both you and your husband could tolerate all the influences of the material laws. И ты, и твой муж, вы терпели все воздействия материальных законов. The rainy season. Сезон дождей. The onslaught of the wind. Или же сильный ветер. And the scorching heat of the sunshine. Или же также жесткую жару, которая исходила от солнца. You also executed all religious principles. И вы также следовали всем религиозным принципам. In this way you were able to cleanse your heart. Таким образом, вы очистили свое сердце and control the influences of the material laws. И управляли воздействиями материальных законов. In executing your austerity, и выполняя свои аскезы, you used to eat only the leaves of the trees, вы просто питались листьями с деревьев, which fell to the ground, которые упали на землю. Then with a steady mind and controlled sex drive, целеустремленным умом вы управляли половым желанием, you worship me, и вы поклонялись мне, desiring some wonderful benediction from me, и желали великолепное благословение от меня. Both of you practiced severe austerities. Вы оба совершали суровые аскезы 12,000 лет в соответствии с летоисчислением полубогов. И в это все время ваш ум был полностью поглощен во мне. Когда вы executing devotional service and always thinking of me within your heart, когда вы делали преданное служение, вы постоянно думали о мне в своем сердце. I was very much pleased with you. И я был очень удовлетворен вами. O sinless mother, о безгрешная мать, your heart is therefore always pure. Поэтому твое сердце всегда чисто. At that time I also appear before you in this Vishnu form just to fulfill your desire. И в то время я явился перед тобой в форме Вишну, чтобы удовлетворить твое желание. I asked you whatever you to ask whatever you desired. И я попросил тебя спросить, чего бы ты ни захотела. At that time you wished to have me as your son. И в то время ты попросила, чтобы я явился как твой сын. Although you saw me personally, и хотя ты увидела меня лично, instead of thinking for your complete liberation from material bondage, вместо того, чтобы подумать о твоем полном освобождении от материальных оков, under the influence of my energy, you asked me to become your son. Под воздействием моей энергии ты попросила, чтобы я стал твоим сыном, your child, твоим ребенком. In other words, to appear in this, in the material world, другими словами говоря, явление в материальном мире, the Lord selected his mother and father. Sorry? The Lord selected his mother and father. Чтобы явиться в этом материальном мире, Господь выбрал свою мать и отца. Namely, Prishni and Sutapa. А именно Пришни и Сутапу. Respectively. Соответственно. Whenever the Lord comes as a human being, когда Господь не является как человек, he must have a father and mother. У него должна быть мать и отец. So he selected Prishni and Sutapa to be his father and mother. Поэтому он выбрал Пришни и Сутапу, чтобы они стали его матерью и отцом. Perpetually. Своевременно. And on account of this, и таким neither Prishni nor Sutapa could ask the Lord for liberation. И таким образом ни Пришни, ни Сутапа не попросили Господа освобождения. Liberation is not so important as the transcendental loving service of the Lord. Освобождение не настолько важно по сравнению с трансцендентным любовным служением Господу. In due course of time, Prishni became pregnant
and gave birth to the child. И со временем Пришни забеременела и дала рождение ребенку. The Lord spoke to Devaki and Vasudev. И Господь сказал Деваке и Васудеву. Quote, At that time my name is Prishnigarbha. В то время мое имя было Пришнигарба. In the next millennium you took birth as Aditi and Kashyapa, and I became your child under the name Upendra. И затем, когда вы были Дити и Кашьяпой, я стал вашим ребенком по имени Упендра. At that time my form was just like a dwarf. В то время моя форма была как у карлика. And for this reason I was known as Vamanadev. И по этой причине я был известен как Ваманадев. I gave you the benediction that I would take birth as your son three times. И я дал вам благословение, то, что я буду рождаться как ваш сын три раза. The first time I was known as Prishnigarbha. В первый раз я был известен как Пришнигарба. Born of Prishni and Sutapa. И я родился от Пришни и Сутапы. In the next birth I was Upendra or Vamanadev. И во втором рождении я был Упендра, Ваманадев. Born of Aditi and Kashyapa. И я родился от Дити и Кашьяпы. And now for the third time I am born as Krishna from you. И сейчас, третий раз, я рожден как Кришна от вас. Деваки и Васудев. Деваки и Васудевы. I have appeared in this Vishnu form. Я явился в этой форме Вишну. Just to convince you, I am the same supreme personality of Godhead. Просто чтобы убедить вас, то, что я есть та же самая верховная личность Бога. Again taken birth. И которая снова приняла рождение. My dear father and mother, you have therefore raised me many times as your child. Мои дорогие мать и отец, посему много раз вы меня взращивали как ребенка. With great affection and love. С большой любовью и привязанностью. I'm therefore very much pleased and obliged to you. Поэтому я очень удовлетворен этим. And I assure you that this time you shall go back home, back to Godhead. Я уверяю вас, что в этот раз вы вернетесь домой назад к Богу. On account of your perfection and your mission. И достигнете совершенства в своей миссии. I know you're very concerned about me and afraid of Kamsa. Я знаю то, что вы очень озабочены и страшитесь Камсы. Therefore, I order you to take me immediately to Gokula. Поэтому я приказываю вам, чтобы вы меня сразу перенесли в Гокулу. And exchange me for the daughter who has just been born to Yasoda. И обменяли меня с дочерью, которая только что родилась у Яшоды. Having spoken thus to his father and mother, сказав такие слова своей матери и отцу, the Lord turned himself into an ordinary child. Господь превратился в обычного ребенка. In their presence, в их присутствии. And remained silent. И замолчал. So Krishna has eternal associates. У Кришны есть вечные спутники. And Lord Chaitanya has eternal associates. У Господа Чайтанья есть вечные спутники. And we have reason to believe that Śrīla Prabhupāda has eternal associates. И у нас есть причины верить в то, что у Прабхупады есть вечные спутники. I asked Jayapataka Swami one time. Однажды я спросил Джайапатаку Свами. Why is it that some devotees they never seem to go back to Godhead? Never seem to be. They're always appearing with the Lord and they don't go back to Godhead. Почему некоторые преданные, они всегда являются с Господом, но никогда не возвращаются назад к Богу? So he said to me, would you rather be in the spiritual world eternally or be here on earth as part of Prabhupada's pastimes? И он меня спросил, ты бы выбрал быть вечно в духовном мире и быть здесь, в материальном мире, частью игр Шрилы Прабхупады. Who here would rather be part of Prabhupada's pastimes than be in the spiritual world? Кто бы здесь предпочел быть частью игр Шрилы Прабхупады, нежели чем быть в духовном мире? Well, I immediately thought of being part of Prabhupada's pastimes. Но я же сразу же подумал быть частью игр Прабхупады. Because I know that that's an ecstatic life here, whether even if you're here on earth. Потому что я знаю то, что это будет
The goal of Krishna consciousness isn't exactly liberation. Потому что цель движения сознания Кришны — это не совсем освобождение. Although we do talk a lot about going back to Godhead. Конечно, мы очень много говорим о том, чтобы вернуться назад к Богу. We notice that a lot of what's really the main theme is to love Krishna. Но что же мы замечаем, то что главная тема всего — это просто любить Кришну. They have a pure heart that's doesn't have any other desire except for serving Krishna. Иметь чистое сердце, которое не имеет никаких других желаний, кроме служения Кришне. We practice sadhana bhakti to try to purify our heart. Мы практикуем садхана бхакти и пытаемся очистить свое сердце. For instance, we're hearing about how Brahmananda was asked by Prabhupada to do many things. Например, мы слышали, как Брамананду Прабхупада просил, чтобы он совершил много разных вещей. Open a temple in Africa, открыть храм в Африке. To be Prabhupada's secretary, быть секретарем Прабхупады. The first president, temple president in ISKCON, быть, стать первым президентом храма в Исконе. But then he said the hardest thing that Prabhupada ever asked him was to chant 16 rounds a day. И он сказал то, что самая тяжелая, сложная вещь, которую Прабхупада когда-либо попросил его, это воспевать 16 кругов ежедневно. Like Jayaprataka Swami was saying the other night that whatever kind of rounds you chant, you have to chant 16 rounds a day. Как недавно вечером Джайпатака Свами сказал, какой бы тип кругов вы ни повторяли, нужно повторять 16 ежедневно. He had a question from China. Китайские преданные спросили его. That, what about my rounds? I think that they're offensive. Should I still chant them? Что же насчет моих кругов? Я вот думаю, то, что мои круги, они оскорбительны. Должны ли мы продолжать воспевать их? So he said, yes, you have to chant them, and then whether, you know, no matter how good they are, at least you have to chant them. И Махарадж сказал то, что да, вы должны продолжать повторять их, неважно, насколько они хороши или нет. So Satchinanda Swami told us one time that if you can get through the desert of chanting 16 rounds a day with offenses. Шачинанда Свами однажды сказал нам то, что если вы можете преодолеть пустыню, в которой, которая является воспеванием святых имен с оскорблениями, there's an ocean of happiness on the other side. То с другой стороны вас ожидает океан счастья. When you have pure love for Krishna. Когда у вас есть чистая любовь к Кришне. One time I was in a, I went to the Russian Vaishnava festival in Divnomorsk. Однажды я был на русском фестивале в Дивноморске. And I was swimming in the Black Sea with Shivaram Swami. И я плавал в Черном море с Шиварамой с вами. And this is the only time that I was ever alone with Shivaram Swami. И это, по сути, единственное время, когда я был с Шиварамой с вами наедине. Somehow it was just the two of us bobbing around in the water and swimming there. Как-то так получилось, то, что мы с ним вдвоем вот плавали в воде. So he said to me that if you can give up, if you can just let go of your material desires. И он сказал мне, если ты можешь просто оставить свои материальные желания and give yourself to Krishna, и отдать себя Кришне and love Krishna with all your heart, и любить Кришну всем своим сердцем, then you'll have unlimited happiness. То у тебя будет безграничное счастье. And as long as you have, as long as you're hanging on to the material happiness, а пока ты держишься за материальное счастье, it's always limited. Оно всегда ограничено. And temporary. И временно. But if you could just let it go and give yourself to Krishna, но если ты просто можешь оставить это и отдать себя Кришне, then there's no limit to the happiness. То тогда нету границ для счастья. Says it's always increasing. Оно постоянно увеличивается. So Vasudeva and Devaki, they perform severe austerities and penances. Таким образом, Васудева и Девики совершали суровые аскезы и питимии. Very strong sadhana bhakti. Следовали строгому садхана бхакти. And then Krishna bestowed upon them love, pure love
of God. И затем Кришна дал им чистую любовь к Богу. So Krishna asked them what if they wanted any kind of benediction. И Кришна спросил их, если они хотели бы какое-либо благословение. They said they wanted to have Krishna as their child. И они сказали то, что они хотели, чтобы Кришна был их ребенком. So they took birth they in the material world three times. Таким образом, они принимали рождение в материальном мире три раза. And the first time they had Krishna as his incarnation as Prishni Garba. И в первый раз они у них родился Кришна как воплощение Пришни Гарба. And the second time was Lord Vamanadev. И во второй раз был Господь Ваманадев. And Lord Vamanadev was actually he was the source of the Ganga. И Ваманадев на самом деле является источником Ганги. Has everybody here swam in the Ganga? Здесь все плавают в Ганге. We all swim in the Ganga because it's the a river from the spiritual world. Мы все плаваем в Ганге, потому что это река с духовного мира. Lord Vamanadev was got the benediction from Bali Maharaj for three steps of land. Господь Ваманадев получил благословение от Бали Махараджа на три шага земли. Then he grew very, very big. И затем он быстро очень вырос. He was so big that when he took a step, и он был настолько большой, то, что когда он сделал шаг, he went right through the universe. То он прошел сразу через всю Вселенную. And made a hole into the spiritual sky. И сделал дырку, которая прошла в духовное небо. So the Ganges water came flowing in. И вода Ганги начала струиться оттуда. And flowed over the lotus feet of Lord Vamanadev. И омыла лотосные стопы Господа Ваманадева. And then it came over the head of Lord Shiva. И затем упала на голову Господа Шивы. Flowed through the heavenly planets. И затем плыла через райские планеты. And eventually came here to Mayapur. И затем со временем дошла до суда, до Майяпура. So when the Ganga was coming here, was floating by Mayapur, it decided to stop for a while. И когда Ганга проплывала мимо Майяпура, она решила остановиться на некоторое время. So it could come and worship Lord Chaitanya. Чтобы она могла поклониться Господу Чайтанье. So it was flowing down south towards Calcutta, and then it just came to a halt and stayed here for some time. То есть она вот плыла на юг в сторону Калькутты и потом просто здесь задержалась на некоторое время. So that's how special Mayapur is. Вот насколько особенный Майяпур. So then in their next life, then they were Vasudeva and Devaki. И затем в их следующей жизни они стали Васудева и Деваки. And Krishna appeared in as his full Vishnu form. И Кришна явился в своей форме Вишну. What we call Lord Narayan. Мы также его называем Господь Нараян. Who's the supreme creator, the cause of all causes. Который является верховным творящим, причиной всех причин. Known throughout the world as God. По всему миру он известен как Бог. Or also Bog, as you say in. Или же Бог, как вы говорите по-русски. The Native Americans called him the Supreme Spirit. Некоторые в Америке называют его Верховным Духом. The Great Spirit. Yeah, the Great Spirit. Великим Духом. So everybody has a every part of human civilization has some sort of religious system. Каждая часть человеческой цивилизации имеет какую-то религиозную систему. They can tell that there's some kind of higher power. Все могут сказать то, что есть, существует какая-то возвышенная сила. They can experience every day that things are being done and they're not the one who's doing it. Каждый день люди видят то, что вещи совершаются, и это не мы, кто эти вещи совершаем.
The sun rises in the morning. Солнце встает по утрам. Sets at night. И заходит ночью. So we all feel the higher control from somewhere else. И мы все ощущаем вот это возвышенное управление откуда-то с другого места. People look up and then they make prayers. Люди смотрят наверх и совершают молитвы. They always look up. Всегда смотрят вверх. Because they know God is above them. Потому что знают то, что Господь над ними. Well, God is above them. Да, Бог над ними. At the same time, He's situated in everyone's heart. И в то же время Он находится в сердце каждого. This is what we learn by Srimad Bhagavatam is so much detail about God. Но в Шримад Бхагавата мы можем узнать столько много различных деталей о Боге. Like Lord Brahma, he prayed to Krishna. Как Господь Брахма, он молился Кришне. What's amazing about you is that this whole cosmic manifestation is inside of you. Что удивительно, это то, что все космическое творение находится в тебе, о Господь. But then somehow you're inside of it. Но каким-то образом ты находишься внутри этого творения также. And standing here and talking to me. И ты стоишь и здесь и разговариваешь со мной. So Devaki, she was also praying that to Krishna in this way. И Деваки, она также молилась Кришне подобным образом. That the whole cosmic manifestation enters into your body. Все космическое творение входит в твое тело. And then it comes back out. И затем выходит. So this is called devastation. Это называется разрушение and creation, и творение and maintenance. И поддержание. So God has that power that all the universes emanated from his body. У Бога есть могущество, то что все вселенные исходят из его тела. I remember I grew up with the Bible. And it said how God created. Sorry, couldn't hear the beginning. When I grew up, I was raised with the Bible. Я помню то, что когда я рос, то меня взращивали вместе с Библией. Do they have the Bible in Russia? Есть Библия в России. A version of it, huh? Версия. You have an Orthodox church in Russia, right? У вас The Orthodox church? У вас православная. У нас православная церковь. Yes. So that's basically a Christian religion. По сути, есть христианская религия. So in America we have the Catholic Church. В Америке у нас католическая церковь. And then the Protestant Church. И затем есть также протестанты. Which is sort of like which is a protest to the Catholic Church. Которая является по сути протестом католической церкви. Sort of a like a branch or a looser form. По сути, можно сказать, как ответвление или сжиженная форма. I think that I was raised in the Protestant church. И, то есть, я рос в протестантской церкви. From what I understand, the Protestant church was created because a king in England wanted to have a divorce. Насколько я понимаю, протестантская церковь появилась из-за того, то, что один царь в Англии однажды захотел развестись. И католическая церковь не позволяла развод. So he just created his own religion. И таким образом он создал свою религию. And now that religion became as popular as the Catholic Church. И затем эта религия стала же настолько популярна, как католическая церковь. So that Christianity is composed of these different kinds of churches. И то есть в христианстве существуют различные виды церквей. The Orthodox Church. Православная церковь. Protestant Church. Протестантская церковь. And then the Catholic Church. И затем католическая церковь. And then their scripture is the Bible. И затем есть вот это Писание, Библия. And what do you call it, the Biblia? Библия. Yes. Okay. So it's almost the same name. So inside that scripture is very, very small amount of information about God. И в этом писании дается
очень маленькая информация о Боге. It's not different than Krishna conscious information. Не отличается от информации в сознании Кришны. It's just a very small amount. Это просто намного меньше. Like with in Krishna conscious in ISKCON we have a vast amount of information about God. Но в сознании Кришны в ИСККОНе у нас есть огромная информация о Боге. Like how does God create? Как Бог творит? I remember when I first read the Srimad Bhagavatam, I was fascinated with the explanation. Я помню, когда я в первый раз прочитал Бхагаватам, я просто был ошеломлен объяснениями. That Lord Vishnu, he lies down on the causal ocean. То, что Господь Вишну, он лежит на причинном океане. And all the universes emanate from his body. И все вселенные исходят из его тела, from the pores. Из его кожи, из его тела, из пор. Like we all have pores on our body, right? У нас у всех есть поры на теле, little holes. Маленькие дырочки. When we get hot, then we sweat. Когда нам жарко, то мы потеем. So, liquid comes out of the pores. И тогда вот этот пот выходит. If we dance in kirtan, sometimes. Если мы танцуем на киртане иногда. Then our clothes become wet from what we call sweat. Тогда наша одежда становится мокрая от пота. So that's what comes out of our pores. Вот то, что исходит из нас. When God emanates things from His pores, it's universes. Но когда что-то исходит из пор Господа, то это вселенные. We've all seen the picture in the Bhagavatam. Мы все видели изображение в Бхагаватам. God looks like a big bubble machine. Господь выглядит как большая машина по изготовлению пузырьков. Sometimes there used to be a singer in America called Lawrence Welk. Был один певец в Америке. Lawrence Welk. Lawrence Welk. He played piano and had an orchestra. Он играл на пианино, у него был оркестр. My parents liked him a lot. Мои родители очень его любили. So every time he would perform, he always had a bubble machine. И каждый раз, когда у него были выступления, у него была вот эта машина, техника, которая создавала пузырьки. And it would emanate hundreds of thousands of bubbles. И сотни тысяч пузырьков были на сцене. Have you ever had like a little bubble maker? Вот когда-нибудь в детстве дули, создавали вот эти мыльные пузыри? You put it in the soapy water, and then you blow a bubble. Нужно макнуть в мыльную воду, потом подуть, и становится пузырек. And then the bubble floats around. И затем этот пузырек летает. Children like these things. Детям нравятся такие вещи. So Krishna, his bubbles are entire universes. У Кришны его мыльные пузыри — это целые вселенные. And each universe has various coverings of earth, water, fire, air, and ether. И у всех вселенных есть различные покрытия: вода, огонь, воздух, эфир. One time I was before I met the devotees, I was trying to find out more about God. До того, как я встретился с преданными, я пытался узнать побольше о Боге. And I was sleeping out in the forest. И я вот однажды спал в лесу. You know, like camping outside. And I was looking up at the universe from down here on earth. И я вот смотрел наверх на вселенную отсюда, с земли. And I was looking as far as I could look. And then I realized that as big as it is, the universe eventually comes to an end. И я вот смотрел вдаль, насколько это было мне возможно, и затем я осознал, какой бы огромной ни была бы вселенная, она же все равно подойдет к концу. So I prayed to God to show me, to reveal himself somehow. И я молился Богу, чтобы он проявил себя каким-то образом. And for a moment I was able to see beyond the universe to the Brahma Jyoti.
И на какое-то мгновение я был способен увидеть за пределами, просмотреть за пределы Вселенной в Брахмаджьоте. I had a little glimpse that beyond this darkness and the coverings of the universe, there's a bright light, that everything's filled with light. И вот затем, на мгновение, я увидел то, что за пределами этой темной, черной вселенной находится свет, то есть там все очень ярко. So I could, that's all I could see. I didn't see Krishna's lotus face. Это все, что я увидел. Лотосное лицо Кришны я, конечно, не увидел. But I could see that the universe comes to an end, and then there's light on the other side. Но что я увидел, то что Вселенная, она подходит к концу, и с другой стороны уже там есть свет. So even though it's very big, it's actually limited. И хотя она очень большая, на самом деле она ограничена. If you're looking at it from Lord Vishnu's point of view, если вы смотрите на Вселенную с точки зрения Господа Вишну, it's just a little bubble. Это просто маленький пузырек. So he breathes out, and all these bubbles are manifest. И то есть он вот дышит, и все эти пузырьки, они проявляются. И когда он вдыхает, то все опять входит в его тело. So that's what Devaki's talking about here. И именно об этом Деваки и говорит здесь. How the whole cosmic manifestation is, comes out of the Lord and then comes and goes back in. Как все космическое творение исходит из Господа и потом обратно входит в Него. So, there's three main points in this story. Есть три главных момента в этой истории. The first is that Krishna exists before the creation and after it. Первое — это то, что Кришна, Он существовал до творения и будет после Него. And that everything is, emanates from Krishna's body. И все исходит из тела Кришны, who's manifest as Lord Vishnu, который проявляется как Господь Вишну, who's taken that form in front of Vasudeva and Devaki. И принимает эту форму перед Васудевой и Деваки. And then that devotees appear, are part of Krishna's pastimes. They appear lifetime after lifetime. И преданные, которые являются спутниками Господа и частью Его игр, они являются жизнь за жизнью. And engage in the service of the Lord. И задействуются в служении Господу. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any comments or questions about this? Какие-то вопросы или комментарии об этом? I just like to end by saying that the purpose of all of us is to somehow please our spiritual master. Я бы хотел завершить все это, сказав то, что наша цель у всех должна быть в том, чтобы удовлетворить духовного учителя. That's the secret of success in spiritual life. Это секрет успеха в духовной жизни. Not particularly that we insist on going back to Godhead or having liberation. Не то, что мы должны настаивать на том, чтобы получить освобождение или вернуться к Богу. Or any other boon. Или еще какие-то благословения. We just want to develop pure love of Krishna through by loving our spiritual master and fulfilling his directions. Мы просто хотим развить любовь к Кришне за счет любви к духовному учителю и следованию его наставлений. And that'll give us the happiness that we're all hankering after. И это даст нам то счастье, к которому мы все стремимся. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Thank you for your time. Спасибо за ваше время. Его милость, Мишра Бхагаван Прабху ки.